Алматы активно голосуют представители творческой интеллигенции. Заслуженный деятель Республики Казахстан, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова пришла на участок под номером 377. Она отметила, что очень надеется на то, что избиратели понимают, от их выбора зависит будущее страны, которую она мечтает видеть процветающей и успешной. Я думаю, что в скором будущем мы, конечно, войдем в 30 самых развитых стран, и с нами будут считаться мировые державы. И в этом плане, я думаю, что мы все вместе делаем одно большое дело. Каждый на своем поприще. Кто в спорте, кто в искусстве, кто в политике. Поэтому я, конечно, очень надеюсь на то, что мои дети будут жить в процветающем, счастливом государстве.